Добрый день! Кто зашел ко мне на канал? Меня зовут Валентина. Сегодня я речь поведу о своих томатах необычных из садов России, которые я выписывала. Набор уникальных помидоров. Здесь их несколько сортов, но я сегодня остановлюсь на одном. Это помидор для открытого грунта и пленочных укрытий. Называется Рейсетамет. Вот такой вот он на картинке. Он не гибрид. Вот и высадила я его 10 марта 2019 года. И вот такой у меня вот получился. Сейчас я покажу вам куст. Здесь у меня три куста. Вот я сейчас вам покажу. Вот он в спелости. Нижние мы уже ярусы сорвали, скушали. Вот. Вот такие они в зеленой спелости. Сейчас я поближе покажу. Вот они. Такой вот бывают спелости. Вот такие. Это зеленые. Вот они. Большие. Ну вот моя ладошка. Ну вот они на ладошку. Вот у меня легли такие томаты. Сейчас покажу вам средней спелости. Вот они. Такие томатики. Вот они зрелые. Ну, потом я сорву, я ближе покажу. Упала. Вот они, какие, видите. Ну, необычный томат. Вот он, видите, какой он. Этот томат уникальный. Он во всех отношениях урожайный. Средне-ранний он. Индетерминантный сорт. Корослые кусты и очень даже мощные. Если не посанковать, то они могут образовать до 20 кистей. Формировала я кусты в три ствола, и их нужно хорошо подвязывать. Иначе вот кисти, они тяжелые, сами томаты, и могут, конечно, плеть и оборвать. Настоящее чудо представляют сами эти томаты-помидорки. Я вот сейчас сорву. Особый интерес представляют сами вот эти вот томаты-помидорки. Она сама помидорина состоит из нескольких маленьких томатиков. Вот как видите, бывают 10-15 их штук. Вот как отдельный экземпляр. Вот как видите, я вот могу оторвать его вот просто отдельно и кушать. Чтобы, в чем смысл этой помидорки? Она не может обрызгать. Вот спокойно я отрываю. И вот можно спокойно эту помидорку кушать. Видите, как интересно они, эти томаты, расположены. Вот они, как отдельная томатинка. Вот она. Вот я весь томат просто как разделила, да, вот он получился. И можно посчитать, сколько получилось в одной руке этого плода томата. Плоды практически, они находятся без семян. Вот. Если мы сейчас вот разуем, видите, как бы пусто, нету ни одного семечка. Вот они. Одна мякоть. Вот. Сейчас еще. Вот он. Ни одного нет семечка. Плоды в съемной зрелости красного цвета, как вот видите, почти без семян. Ну, сейчас я вот разрежу и посмотрим, есть ли они все-таки, где большие томатинки. Вот возьмем, вот сорвем вот это вот побольше. Посмотрим, есть ли там семена. Они очень вкусные. Томатно-фруктовым вкусом отдает. Сладкие и очень ароматные. И что интересно, вот сорвала я буквально 1,5 недели тому назад и положила в холодильник. В холодильнике они могут храниться больше месяца. Сорт выносливый, устойчивый практически ко всем заболеваниям посленовых. Плодоносит, как говорят, плодоносит до заморозков. Ну, посмотрим. Потому что зелень, листва зеленая, как видите, фитофторы она не подвержена. Вот, кустики хорошие. И до самого верха они еще цветут. И будет еще много-много завязей, и будет много еще плодов. Поэтому посмотрим, как они действительно ли будут у меня до заморозков. Вот про такие томаты я хотела бы вам рассказать. Может, кого заинтересовало. Действительно необычные и интересные. Соберу томаты, и мы посмотрим внутри, разрежем, как там, есть семечки или нет. Если есть семечки, он не гибрид, может, кого заинтересовало, я могу выслать, если кому интересно, про такой вот именно сорт
томата. Необычно, не правда ли? Видите, необычные такие. Моим внукам они томаты очень нравятся. Смотрите, какие они сами интересные томаты. Приятно в руках держать даже. Вот. Спеются эти томаты быстро, потому что я вот буквально 2 дня тому назад собирала эти томаты. И вот за 2 дня уже вот у меня пол ведерка этих томатов собрано. Сейчас будем пытаться найти в томатах в этих семечки. Ну, вот такой томат возьмем. Спелый, он уже созревший. Вот такие красавцы. Ну, возьмем сейчас большой. Оторвем. Вот так вот оторвем. Видно? Так, вот он какой. Он сладкий томат. Вот. Будем пытаться искать семечки. Есть, вот они, есть семечки, так что, если кто желает такой сорт приобрести, я соберу, вот, и могу предложить, не во всех, вот, как видите, да, есть, но вот, есть все-таки. Сейчас мы разрежем еще, вот так, вот, есть семечки. Уже созревшие, хорошо созревшие. Вот их сколько много. Вот она. Так что вот такой вот сорт интересного томатик. Вы не можете обрызгаться с ним. Вот он съели, а этот положили, полежит. Потом захотели еще скушать, пожалуйста. Вот он отделяется. Отлично. Ну, вот таким вот томатом я хотела с вами поделиться. Всего хорошего. Спасибо, кто посмотрел. Делитесь, комментируйте. Всем пока-пока.